За годы, произошедшие со времени первой высадки, человеческие поселения на планете колоссально выросли. Преобразование нового мира вызвало хаос на поверхности планеты. Также между фракциями возникла борьба за ресурсы, часто приводящие их к локальным войнам. Но вскоре человечество было потрясено новым событием. Два разведывательных шлюпа из двух других фракций, не принадлежавших человеческой расе, вдруг появились на орбите планеты. Это были представители расы предшественников, которые искали давно забытый легендарный шестой манифолд. После короткой, но яростной схватки, окончившейся уничтожением обоих разведшлюпов, выжившие покинули их на маленьких капсулах, которые приземлились на планету, где чужие продолжили бороться между собой, и люди попали под перекрестный огонь чужаков.